Вы смотрите новости нашего города. Мой Междуреченск на экране. Яна Саустова. Здравствуйте. Юные патриоты поют гимн. Предприниматели продолжают тренироваться. Народные новости сегодня. Избирателям предлагают выбрать избирательный участок. Летающие лыжники вышли на старт. Студенческий десант узнал, как работают полицейские. Обо всем по порядку. Авария на дороге, ведущей на шахту Распадская, взволновала Междуреченск. 22 января столкнулись автобус и КАМАЗ. Теперь стала известна причина. Водитель вахтовки не выбрал необходимую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, по информации ГИБДД. Водитель автобуса получил телесные повреждения. Еще двум пассажирам понадобилась помощь медиков. Всего за минувшую неделю госавтоинспекторы зарегистрировали 14 аварий. Если при столкновении никто не пострадал, между водителями нет разногласий об обстоятельствах ДТП и повреждениях, и оба имеют страховку, они могут самостоятельно составить европротокол. Для этого нужно с помощью фото-видео аппаратуры зафиксировать положение транспортных средств, привязать транспортные средства к объектам инфраструктуры, к дорожным знакам, к светофорам, к перекрестку. И если транспортные средства мешают автомобилям проезжающим, немедленно их убрать после того, как зафиксировали. Не забывайте, лимит выплат по европротоколу 50 тысяч рублей. Познакомились с работой силовых структур студенты. Ученики Междуреченского горно-строительного техникума при содействии отдела по делам несовершеннолетних и членов общественного совета посетили экспертно-криминалистический отдел. Криминалисты первыми из оперативной группы выезжают на место преступления, фотографируют, осматривают, снимают отпечатки, упаковывают вещественные доказательства. Теперь студенты знают специфику работы криминалистов. Также гостей пригласили в музей ОВД. Вместе вспомнили историю полиции. Некоторые студенты хотят продолжить обучение в вузах МВД. Молодые люди могут трудоустроиться через портал «Работа в России». Его презентовали на семинаре для работодателей в Центре занятости населения. Информационные встречи будут проходить регулярно. Это новшество 2018 года. Для того, чтобы увеличить эффективность взаимодействия с работодателями, чтобы они у нас имели возможность и представление, знали о том, какие изменения есть в законе, чтобы они это знали своевременно, могли вовремя сделать нужную документацию, мы решили, что информационные семинары вот такого характера, они просто необходимы. Рассмотрели и другие вопросы – трудоустройство инвалидов и многодетных родителей, правила составления справки о среднем заработке. Сотрудники Центра занятости еще раз напоминают. Есть такая государственная услуга подбора подходящих работников через службу занятости, о чем мы и тоже пытаемся донести информацию и рассказать о том, что мы имеем возможность это предоставить.